Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы здесь с тобой продолжаем играть в The Elder Scrolls 4 Oblivion, да? Продолжаем с тобой Oblivion, продолжаем... Говори быстро! Продолжаем Шагарат, ребят. Идем докладываться товарищу Шагарату о том, что жопа. Всегда рад. Итак, что ты мне хочешь доложить? Да жопа, чё? Меня атаковали рыцари. Уже? Хотя, наверное, и неудивительно. Ладно, об этом потом. А то ещё твой крошечный мозг перегрузишь. А что, Зидилиан? Раз ты тут, полагаю, дело сделано. Или ты не знаешь, с чего начать, или... не в состоянии сделать выбор. Зидилиан функционирует вновь. Замечательно. Это надо отпраздновать. Всем сыру! Стоп! Отставить сыр. Это не меньший праздник для тех, кто не любит сыр. Так? Ты как маленькая умненькая крыска в лабиринте. Тебе удалось найти выход, но сыр пока давать рановато. Разве что чуть-чуть. Я дарую тебе новое заклинание. Способность вызывать Хаскила, моего камердинера, дабы он мог помогать тебе. Он много знает. Больше, чем думает. Ну-ка, попробуй. Вызови нашего друга прямо сейчас, и я посмотрю. А у меня маны-то хватит вызвать Хаскила. Наш повелитель даровал тебе возможность вызывать меня. Я вне себя от счастья. Будучи вызван, я могу давать советы касательно ситуации, сложившейся на данный момент. Естественно, пользоваться ими или нет, на твое усмотрение. Постарайся использовать эту возможность пореже. У меня есть и другие обязанности, гораздо более важные, чем водить тебя за ручку. Хорошо. Иди отсюда. Понял. Хорошо. Разве это не здорово? Я люблю это сам. Лучшая сторона бытия — дейтерическим принцем. Давай, попробуй еще раз. Ему нравится. Ну, давай. С возвращением. Потрясающе. Полагаю, у тебя есть новости для лорда Шагарата. Возможно, стоило бы поговорить с ним, вместо того, чтобы осчастливливать меня своим присутствием. Хорошо. Ну, еще разок. Ой, по крайней мере, разок. Он славный малый. А, еще один вызов. Моего лорда это так забавляет. Что ж, это его суверенное право. Полагаю, твой практикум окончен? Хорошо, хорошо. Тебе понадобятся все возможные союзники, если собираешься победить Джиггалага и остановить Серый Марш. Да, не пытайся вызвать нашего любезного Хаскила куда-нибудь, кроме моего царства. Он не любит отлучаться от меня надолго. Иногда я его понимаю. Джиггалага, кто это? Дейдрический принц порядка. Или бисквитов, или глины. Нет, порядка. Неприятный, унылый, бесцветный, мертвый, скучный. И не поклонник моих творений, скажу тебе. Терпеть их не может, и меня. Несколько упертый и ограниченный, если ты понимаешь, что я имею в виду.
Тебе встречались его рыцари, не самые милые существа. Они еще и скучные, безжизненные, ни капли оригинальности. Короче, ты поможешь остановить его? Я? Как? Опять эти скучные детали. Придержи язык, или я придержу. Мы придем к этому в свое время. Сейчас у тебя есть другая работа. Что такое? Что такое серый марш? Явление, движение, апокалипсис происходит каждую эру, в конце каждой эры, то есть сейчас. Приходит серый марш, и Джигалак идет, или бежит, никогда не скачет, не прогуливается и не тащится. Обычно он просто уничтожает все вокруг. Так что вы просите меня сделать? Прошу, прошу, я не прошу, я велю. Это мое царство, помнишь? Мое творение, мое владение, мои правила. Посмотри на себя. Никакого понятия о том, где находишься. Никаких знаний об окружении. Ты, вероятно, даже не понимаешь, где ты, не так ли? Думаю, немногие понимают по-настоящему. Но дело сейчас не в этом. Мы хотим дать тебе возможность попробовать этот мир на вкус. И тогда ты поймешь. Изучить? Что изучить? Две половины, два правителя, две области. Познакомься с ними. Сделай, что они пожелают, и ты узнаешь, что они из себя представляют. Герцог Мании и герцогиня Деменции. Нанеси им визиты, и они дадут тебе понять, что такое Нью-Шиот. Возможно, это тебя удивит. Когда ты поймешь, что представляет собой мое царство, ты сможешь также осознать, почему важно ставить его таким, как есть. А может быть, тебе удастся с кем-нибудь завязать дружбу. Это всегда приятно. Это, короче говоря... Да, приходи еще. Или я выбью тебе глаз. Смешно. Это типа как это... Инь и Янь здесь, да? Деменция. Давайте пообщаемся. Почему ты ищешь встречи с герцогиней Деменции? Смерти хочешь? Мне было велено найти тебя. Так это тебя послал безумный бог, не так ли? Тогда с тобой все будет в порядке. Не говори ни с кем, пока я тебе не разрешу. Никому нельзя доверять. Ты слышишь меня? Никому. Я окружена предателями и шпионами. Всегда. Постоянно. Они наблюдают и ждут, пока я отвернусь, чтобы вонзить нож мне в спину. Почему просто не убить их? Они только этого и ждут. Они уже подготовили цепочку замен, и в моем окружении станет еще больше предателей. Нет-нет, слишком легкая участь. Потому-то мне и нужна твоя помощь. Тебе нужно найти их и захватить врасплох, задавить их. А чем я могу помочь? Тебе нужно найти тех, кто знает. Тебе нужно узнать, кто таит секреты, кто замышляет зло против меня. Ты будешь моим великим инквизитором. Выяви заговорщиков, и они понесут наказание, уверяю тебя.
Найди, кто плетет интриги. Выясни, что у них за душой. Поговори с Хардиром. Он поможет тебе. Тебе понятна задача? Если никого не найдешь, вся тяжесть ответственности ляжет на тебя. Понятно, надо лоха найти. Так, да, сделать задание. Так, заговорщик, мне велено найти заговорщиков, замышляющих недоброе против леди Сил. Сперва нужно переговорить с Хардиром. Его можно разыскать в камере пыток дома Деменции. Что? В камере пыток в доме Деменции. Есть у вас дело с камерой пыток. Ох, ебать. Что привело тебя в этот милый уголок дома Деменции? Чем могу помочь? Ты должен идти со мной. Я великий инквизитор. Ты? Я ожидал кого-то попредставительнее. Ну ладно. Вероятно, все еще придет. Надеяться никогда не вредно, а? У нас столько дел. Леди Сил не слишком терпеливая женщина. Думаю, это заметно. Начнем? А что мы должны делать? Разве не ясно? Нам нужно прошерстить весь Крусибл в поисках этих предателей. Стоит переговорить со всеми, кто сможет дать информацию. Если они не пожелают помогать, шепни мне словечко, и я постараюсь переубедить их. Ну? На самом деле нам пора. Ее светлость ждет результата. Ну, пошли. Так, что нам там по заданию там? Мне нужно расспросить жителей Крусибла о предполагаемом заговоре. Вероятно, стоит начать с ближайших окружения сил. Давайте с ближайшего окружения. Кто тут? А, кстати, вот эта бабёнка сразу ушла. Я Китлан, управляющий леди Сил. Если у тебя нет веской причины, чтобы находиться здесь, твое присутствие нежелательно. У тебя рожа такая страшная. Заговор. Никаких тут нет заговоров. Иди, допекай еще кого-нибудь. Ложь, Хердит, пытай его. Не волнует, не волнует. Отлично, тебя пощадят. Давай, пытай его. Нет, пожалуйста, не надо. Хердит, иди попытай его. Разговори этого. Сейчас будем пытать. А где тут еще одна пизденка была, она убежала куда-то. Ох, блядь. Понравилось? Что? Что? Да, инквизитор. Жди здесь, возвращайся во дворец, давай поговорим о другом. Так, иди за мной. Конечно, инквизитор. Чё-то ничего, да? Чё-то он это... Подкис, чё-то уже неактивный какой-то. А тут бабёнка была, она куда-то ушла. Там что-то хилится. Ну-ка, стой. Я Аня Херик. Я служу Леди Сил, и она позволяет мне оставаться под защитой дома Деменции. Я ей так благодарна. Угу. Заговор. Я ничего не знаю о заговоре. А мне кажется, что нет на самом деле никакого заговора. Не волнует. Ложь. Давай так вот. Пожалуйста, нет! Пытай ее. Да. Пожалуйста, я не участвую в этом. Они хотели через меня подобраться ближе к Сил, но я не буду им потворствовать. Угу. Кто подходил к тебе, отвечай. Это был Мазада. Он говорил, что выполняет чье-то поручение. Сказал, что я должна помочь ему. Или будут последствия? Я не знала, что делать. Пойти против Сил — это будет стоить мне жизни.
Если я не помогу, что сделает со мной Мазада? Кто-то должен что-то сделать. А ты не могла сказать, то, что Мазада, как бы... Береги себя. То, что Мазада тебе угрожает. Ты что, не могла рассказать, а? Пизденка. Не могла рассказать. Могла бы... Господи, ты под покровительством королевы можешь сказать. Она молчит, ничего сказать не может. Вон Мазада. Это этот, что ли? Котяра? Мазада? Ага. Все пропало. Все пропало. Тебе ничего не попадалось из моих вещей. Остальные думают, что я ворую, но я просто хочу вернуть свои вещи. Так, заговор. Боюсь, не имею представления, о чем идет речь. О, ложь. Пожалуйста, нет. Мазада, тебе жопа. Пытай его. Ты где? Алло. Алло. О, идет. Он просто такой, знаете, неторопливый мужчина. Отойдите, женщина. Салют. Привет. Привет. Вы можете продолжать ваши гнусности, но пока мне не будут предоставлены доказательства наличия этого абсурдного заговора, я ничего не скажу. Говорю же, я ничего. Ложь. Пожалуйста. Так, отказывается делиться информацией, нужно найти доказательства его части. Стоит расспросить жителей Крузея и разузнать больше. Сейчас мы еще разочек для профилактики. Так много еще надо собрать, и так мало осталось времени. Ты мне не поможешь? Ты можешь спасти меня от надвигающейся бури. Что за буря? Оно надвигается. Впрочем, мне кажется, что только я одна это понимаю. Я должна быть готова. Да, я буду готова. Хорошо. Готова? Конечно. Я накапливала запасы. Они нужны мне, чтобы выжить, когда они придут за мной. Запасы? Я уже достаточно долго коплю запасы, но некоторых вещей мне все еще не хватает. Может, ты мне их принесешь? Мне нужны амулет дезинтеграции, кольцо обезвоживания и, конечно же, успокаивающие штаны. Мне они просто необходимы. Ни хрена себе. Принеси их мне, и я тебя щедро вознагражу. У Аджазды есть много-много всего интересного. Я не знаю, смогу ли я принести. Запасы. Дай мне знать, как... Заговор. Я ничего не знаю о заговоре. Ложь. Пожалуйста. Сейчас, блядь, будем вас всех пытать. Да прибудет. Вы можете продолжать ваши гнусности. Да-да-да. Еще увидимся. Скажи, пожалуйста, не надо больше. Заговор. Я ничего не... Ложь. Пожалуйста. Ты знаешь что? Я калибрякну Финду. Сделай эту. Ты стритишь это. Заговор. Трям-брям. Я сбликую, прежде чем шкрябну. Заговор. Трям. Понятно. С ним вообще разговаривать. Гул взрывокнет его. С ним вообще разговаривать толку нет. Пожалуйста. Заговор. Я ничего. Отлично. Спасибо. Ладно. Увидимся. Так, а как мне это ей? Как мне доказать-то? Да благословит тебя безумный бог. Заговор? Я ничего не знаю. Ложь. Пожалуйста. А-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та. Работай. Да благослови... Заговор? Я... Ладно. До свидания. До свидания. Так, а этот хрен куда пошел? Есть у тебя немного скумы, да? Дружище, товарищ, поделишься? Давай, давай скуму. Наркоманы, блять, скума. Ну ладно, уже пора. Дай ее сюда, наконец. Дайте скуму.
Да, вот то, о чем мы говорили. Возьми это в знак моей благодарности. Наркоманка. Заговор знаешь что-нибудь? Что она дала? Пряжа, спасибо, блять, заговор. Мне это безразлично, поэтому и тебе сообщить ничего не могу. Ложь. Пожалуй. Давай, работай. Наркоманы, блин. Ладно, ладно. Да, доводилось видеть Мазаду. Он разговаривал с этим соблазнителем, Нельрин. Секретно, на улице поздно ночью. Я больше ничего не знаю, честно. Нельрин. Он в храм пошел. Интересно. Говорит, что он без доказательства. Салют. У каждого жителя Сплита в городе есть двойник. Так произошло по велению безумного бога. Я получил благословение чьё-то. Чьё-то благословение, ребят. Да подожди ты. Так. Это не понравилось. А, это опять ты. Ничего не попадался из вещей Мазадды. Заговор. Говорю же, я ничего не знаю. Ложь. Пожалуйста, не. Ложь. Давай разочек его. Мы уже знаем, что он с кем там общается. Вы можете продолжать. Собака. Еще увидимся. А, интересное задание, да, ребят? Пожалуйста, не надо больше. Чего не надо? Заговор? Я ничего не знаю о заговоре. Ага. Спасибо. Слухи. Говорят, еретики в землях Мании научились вызывать себе на подмогу алчущих. Ага. Береги себя. Это очень хорошо. Так, с кем-то он общался ночью, что-то не до конца понятно, сейчас поймем. Дом деменции. А мы что, уже доложить, что ли, можем об этом? Доказательства какие-то нам надо. Чем могу служить? А, не... вот она. Нельрин. Чего ты хочешь? Чё, заговор? Чё? Я ничего не знаю о заговоре. Ложь. Пожалуйста, нет. Давай. Она в курсе про заговор. Собака. Собака некрещенная. Пожалуйста. Заговор? Я ничего не знаю. Ложь. Нет, пожалуйста. Их надо, может, подождать, пока они ночью встретятся. Пожалуй. Заговор. Я ничего. Ложь. Ты признаешься, нет? Если осмелюсь сказать, инквизитор, мне кажется, здесь мы только теряем время, а новой информации не получим. Возможно, нам следует двигаться дальше. Да, расследование. Что ты хочешь знать? Кто нашей будет следующей целью? Коли Мазада действительно о чем-то собеседует с Нельрин, состоящей в страже ее светлости, это дает нам повод для дальнейшего расследования. Если эти двое встречаются регулярно, у тебя есть шанс подслушать их беседу и узнать больше о сложившейся ситуации. Ну, я тоже думал, надо про это прослушать. Береги себя. Типа по ночам, да, они там встречаются. Давайте попробуем, если они по ночам где-то встречаются. Ох, ебать. Куда она пошла? Клык заката добавлено. А он, кстати, откатился, да? У нас полностью восстановился.
Да, полностью восстановился. То есть он восстанавливается, ребята. Вот этот клинок, то есть ночью он откатывается полностью. То есть заряды сменяются. То есть его тоже не обязательно пополнять. У него бесконечное количество зарядов. То есть просто надо подождать до ночи. Он меняется, потом до утра он тоже опять меняется, опять перезаряжается. То есть не обязательно его... Не обязательно его, ребят, менять. Вот такие пироги. То есть, ну, не обязательно его заряжать. Но если они с ним общались, значит, она сейчас должна пойти с ним общаться. Разве я не прав? Вот. Пойдем подслушаем их разговор. Чем могу служить? Ничем, иди гуляй. Сейчас мы вас оформим, двоих голубков. Давайте подождем. Давайте переместимся туда. Вот они. Чего тебе удалось добиться? Будет ли Аня помогать нам? Нет, этот чертов инквизитор добрался до нее. Нам нужно найти кого-то еще. Немедленно займись этим. Я дала тебе задание и требую выполнения. Если ты не можешь выполнить его, тебя уберут. Все ясно? Мы не одни. Говорить небезопасно. Расходимся, пока нас не увидели. Меня застукали при попытке послушать разговор. Мне нужно еще раз попробовать выполнить намеченное. Теперь на следующую ночь. Но быть аккуратнее. Блин. Иди сюда, ты мне помешал. Это из-за него меня подслушали. Да, жди здесь. Что? Да, жди здесь. Ждем 24 часа, ребят. Ждем 24 часа. Месяц заката солнца, ребят. Видимо, осень, наверное, сентябрь. Либо октябрь. А потом еще в другом доме надо будет такую же хрень выполнять. Какую-то. Какой-то квест. Так вот они опять пришли. Чего тебе удалось добиться? Он там будет стоит? Ли Аня помогать? А где? Нет, этот чертов инквизитор добрался до нее. Нам нужно найти кого-то еще. Немедленно займись этим. Я дала тебе задание и требую выполнения. Если ты не можешь выполнить его, тебя уберут. Все ясно? Да, да, я хочу сил смерти не меньше твоего. Такую мерзость нельзя простить. Она должна умереть. Хорошо. В следующий раз я хочу услышать от тебя об успехе. И не привлекай внимания. Не то нами заинтересуется инквизитор. Мне удалось послушать разговор Мзадзаксенельрин. Теперь, когда я располагаю фактами, нужно вновь побеседовать с Мзадзаром. Ну что, тебе жопу, блядь? А, это опять ты? Ничего. Угу, заговор. Говорю же, я не... Слышно было, вы говорили с Нельрин. Что? Я это для блага Крусибла. Ты же это видишь? Угу. Пожалуйста, пощади меня. Я все сделаю. Почему ты ее пытаешься убить, Леди Сил? Ты не знаешь. Она держит это в секрете даже от тебя. Она и Тейдон
они тайно встречаются. И чё? У них свои делишки, любовная связь. Ты меня понимаешь? И чё? Это недопустимо! Ее нужно остановить! И ты ее хочешь за это убить? Кто еще вовлечен? Я никого не знаю, кроме Нильрин. Она получает от кого-то приказы, но не говорит от кого. Если я добуду эту информацию, заслужу ли я пощаду? Ну, да. Хорошо, раздобудь мне имена. Спасибо, спасибо. Твоя доброта не знает границ. Я добуду имена, обещаю. Давай, встретимся у меня в доме завтра в полночь. У меня будет информация. Хорошо. До свидания. Мне стоит пока расследовать роль Нейрин. Чего ты? Заговор. Надеюсь, ради твоего же блага ты меня ни в чем не обвиняешь. Вы говорили с Мазадом, я знаю это. Неужели? И у тебя есть доказательства? Их нет, не так ли? Тогда ты ничего от меня не добьешься. Отлично, тебя пощадят. Спасибо. А, мне надо этого, да? Да, храни. Подождите. Отказывалась признать вовлеченность в заговор, мне нужно либо убить ее открыться, либо добыть неоспоримые доказательства ее участия. Я тебя наш лорд. Ну, этот нам поможет, но мы его пощадим, типа. Типа этот нам поможет, говорит, имена достанет. Ну, давайте так, насрать. Пускай имена найдет. Либо мы сами должны найти имена, видимо. Я, честно говоря, уже не хочу ничего искать, никакие имена, пускай сами там что-нибудь сделают. В общем, они ее убить хотят из-за того, что она влюбилась в человека, там, ну, просто влюбилась. А этот хрен наш ушел, палач-то. Наш дядька. Ты где, хрен моржовый? Ох, ёптую ты. Мазада найден в своем доме мертвым. Стоит посмотреть, не удалось ли ему добыть дополнительные улики, проливающие свет на заговор. Дэм. Штаны, ключ Мазада, ключ от буфета. Буфет. В кармане, да, улики. Стоит поискать там. Где буфет? Мазаду грохнули. Атлетика, навык повышен. Хорошо. Буфет. Церемониальный меч Нельрин. Ага. Мятая записка Мадзада. Мне удалось найти припрятанный Мадзадом в его же доме. Улики. Мне удалось найти припрятанное Мадзадой в его же доме. Улики указывают на Нельрин. Стоит переговорить с ней об этом. Пойдемте переговорим. ППшник подберите, пожалуйста. Надо этого с собой, палача, взять. Вот так вот. Оказывается, внутри прям замка у них здесь происходит. Прям Игра Престолов, ребят, целая. Понимаете? Прям Игра Престолов. Это вам не хухры-мухры. Вот с этим, что ли, она? Салют. Китлан с кем-то она там закрутила. Так, это там где? Я ему сказал стоять, он ушел. Я ему сказал, сутки постой. Он ушел. Он тут? Охуеть, я мужика потерял. А, это кто? Это какой-то заключенный. А где мужик-то? Я ему сказал, стой, а он куда-то ушел, что ли? Его там не было. Или он там был? Матрица щита безумия. О, кстати, матрица щита безумия. Здесь тоже есть.
Здесь тоже есть матрица щита безумия. Давайте возьмем. Не знаю зачем. Привет. Да? Так, я мужика потерял, палача, это печально. Чего ты хочешь? Заговор. У вас не... У меня твой церемониальный меч. И что ты с ним будешь делать? Я даже не та, кто тебе нужен. За всем этим стоит Мьюрин. Но тебе понадобятся серьезные улики, чтобы прижать ее к стенке. Заговор. Тебе уже известно все о моем участии. Да хранит. Да, и тебя хранит, да-да-да. Сказал, что вовлечена в заговор. Теперь у меня достаточно доказать, чтобы выдвинуть обвинение против Мьюрин. Тебя наш лорд. Так-так-так-так-так. А мне это за кем надо бежать? За этим, что ли? Ну, здрасте. Не туда пошел, извините, перепутал. А мне за кем? Че у меня заметка? Мне палача, да палача надо. Ядрить тебя, блять. Через маковку. А палач-то где? А, вот он стоит, ёпта. Да, инквизитор. Пошли со мной. Конечно. Не отставай. Я тебя потерял, я думал, все, ты пропал. Я переживал. Мы нашли улики, пока тут стоял, курил, я нашел улики. Дом Мьюрин. Так, взламываем. Не будем ждать утра, взламываем. Мьюрин, ты где? Инквизитор пришел. Ох, ебать нахуй. Че, она тут спит с зомби, блять, извращенка? Дядя Лео, блядь. Это дядя Тебе Лео. Тебе нельзя находиться здесь. Это, ребят, дядя Лео, знакомьтесь. Дядя Лео. Прикольно ты выглядишь, дядя. Да, инквизит. Да не ты, господи. Иди за мной. Конечно. Я Мьюрин. Если у тебя есть тайны, можешь ими со мной поделиться. Я их никому не разболтаю, разве что своей семье. Ну, разве что они очень интересные. А голос озвучки это не Симпсонов, не Симпсонов это озвучивало. Заговор. Вижу, тебе пришлось изрядно потрудиться, чтобы меня выследить. Угу. Да, за этим стою я. Сил заслуживает самой страшной смерти за то, что предала всех нас и спелась с нашими врагами. Давай, делай свое дело. Ничто теперь не имеет значения. Угу. До свидания. Под давлением фактов Мьюрин признала, что замышляет убийство герцогини Сила. Мне следует немедленно рассказать леди Сила о своем открытии. Дядя Лео, блядь. Сука. Дядя Лео, ребят. Это... Ухожу я, ухожу, предупреждение. Стоять, преступник. Да, заплатить, да. Не то. Ты пойдешь. А, блин, меня этот, кстати, заберут. Один этот забрали. У меня аж два было. Да, матрица щита безумия. Один забрали. Ладно, ничего страшного. Пойдемте сообщим. И серию, ребят, на этом закончим. Вот такая вот серия была. Пойдемте. Да пребудет с тобой благословение. Ух, какая гражданин. Красота. Какая красота, ребят. Розовенькое небо такое красивое. Так, давайте ждем до утра. И доложим ей. Какие новости, инквизитор? Тебе удалось найти виновника? Да, удалось. За этим стоит Мьюрин. Вот как? Я немедленно брошу ее в камеру пыток. Встретимся там.
Салют. Салют, блядь. Салют, салют. Закат удален, это добавлен. Прикольный, кстати, клык рассвета, прикольный вот этот вот клинок. То есть он перезаряжается, плюс меняется, у него бафы меняются. А мне нечего, мы ни с кем не сражались, да? Ну вот, то есть прикольно, обновляется. Ну да, прикольненький. Вот 16 урон, правда весит 35. Ну, выглядит зато прикольно. Ладно, побегаем с ним. Ой. Каждый выбирает какую-то сторону. Твой выбор сделан, малыш. И в конце концов, ты свое получишь. Угу. Подождем часик, может, подойдут. Как я понимаю, ты созналась, что замышляла убить меня. Наказание за предательство — смертная казнь. Приговор будет приведен в исполнение немедленно. Неплохо. Теперь ты видишь, что происходит с теми, кто противостоит мне и терпит неудачу. А они всегда терпят неудачу. Я довольна твоей работой, инквизитор. В знак признательности я сохраню тебе жизнь и предоставлю место при дворе деменции. О! Вдобавок возьми этот лук. Пусть трепещут твои враги. Они не будут знать, какая магия сразит их в следующий момент. Угу. Спасибо. Увидимся. Гибельный лук. Случайный эффект при ударе. Использование 80. Но здесь где-то 50, да? Здесь урон холодом, а здесь урон непонятно, да, какой? Давайте его поставим. Пускай будет он. Хотя он стоит дешево, 600, а этот 1200. Ну ладно, посмотрим. Что они там, что-то взять есть, что? А красный пышный наряд, ну раздевать не будем. Песнь дуэлянтов, ключ от дуэлянта. Все, спасибо. Да. Спасибо, пока. Береги себя. И ты себя. Ну что, в следующей серии мы с тобой пойдем на ту сторону, на, так сказать, на светлую сторону. Мы были с тобой на темной стороне деменции. Вот, и мы с тобой пойдем на светлую сторону уже в следующей серии. А в этой серии мы с тобой заканчиваем, да. Как ракета Илона Маска, похоже. Или дилдак. Магический дилдак. Да. Вот. Добро пожаловать в дом Мани. Да, а... Королевка-то где ваша? Мне с ней пообщаться. Она что, дрыхнет до сих пор или что? Это она? Привет. Чем могу помочь, сэр, мисс? Все вы для меня выглядите одинаково. Так трудно различить. Желаешь видеть Тейдона? Ну да. Я в курсе, что ты направляешься сюда, ища встречи с Тейдоном. Да, да, все уши прожужжали, уже прискучило. Он сейчас ожидает тебя. Будет ждать, пока не перестанет. Он не ждал, но потом стал ждать. Может, и сейчас ждет. А где он ждал-то, не ждет? Увидимся. И устал ждать-то. Да и дом-то ваш. Тейдон? Это Тейдон? Тейдон. Тейдон, 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 Тейдон. Добро пожаловать в консерваторию Алтёна. Тейдон. Ладно, сохраняемся. Увидимся в следующей серии. С Тейдоном будем общаться уже там. Вот такая серия получилась. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.